В общем, всем привет. Сегодня, угадайте, в какое время суток, естественно, в час ночи мне пришла потрясающая идея. Я очень давно не заходила в Атарию, я очень скучаю, знаете, по этим временам, когда я пыталась скинуть 100 долларов через банкомат, потом поняла, что русский банкомат не принимает доллары, пошла обменивать 100 долларов в ларьке, ну, ошибки прошло. И поэтому сегодня решила, почему не зайти в Атарию, не поиграть, что там изменилось вообще, что нет, ну, типа, интересно, знаете, как-то... экстрим, что ли. Вот так что по-серьезному, я не играла в Атарию года 4. Сегодня решила, почему мне как бы не зайти туда, не проверить, кто там, что там, такое все. Вообще, я играла на Одноклассниках, я пыталась установить свой аккаунт, сколько денег я слила, лучше не вспоминать. Но я не смогла установить свой аккаунт в Одноклассниках, потому что, я не знаю, мне там телефон отвязали, привязали к какому-то аккаунту каких-то там бабушек. Я ничего не поняла, в общем, ладно. Поэтому сегодня мы будем играть в ВК, но ВК у меня там, конечно, ну, все, все увидите, все, пошлите, пошлите играть. Ну что, видите эту красотку по имени Катюша? Вы посмотрите, какая это у меня реально модная хата. Тут цветы стоят, наворованные причем. О боже! О боже! Холостяк! В общем, раньше все здесь устраивали шоу, или холостяк, или так далее. Я вот решила создать свое. Ну, действительно, смотрите. Хорошо поработала над интерьером. Молодец, молодец, девочка. В общем, в Одноклассниках у меня была такая комната под названием «Магазин». И там у меня стояло очень много своих подарков. Ну, я, естественно, обманываю людей, говорю, ну, давайте мне ваши подарки, я вам дам вот этот вот свой, подороже, да? Ну, они мне давали подарки, я их выгоняла. Извините меня, если вы попались на мою уловку, но это мое криминальное прошлое. А что вы хотели? Нет, ну, квартира, конечно, ну, не то чтобы... Не то чтобы очень, как бы, богатая. Ну, ребят... Короче, я решила, давай сейчас нормально приоденемся, если у меня есть нормальная одежда, и пойдем с вами в клуб, потому что реально хочу тусоваться. Ну, честно говоря, нормальная одежда не очень пахнет. Ну ладно, бывает. Сколько у меня? У меня 30 тысяч золотых. Давай что-нибудь купим. Но, в принципе, эта юбка с вот этими вот ботиночками выглядит достаточно неплохо и притом экономненько. В общем, пошлите в клуб. Ой, ребята, где все-то? Где все? Никого нет, ребят, никого нет. В клубе никого нет. Знаете, меня всегда очень сильно бесило в клубе, особенно вот в этом вот месте. Сейчас их почему-то нет, но они сейчас подойдут. Всегда было... Спасибо, Викусь. В общем, вот в этом вот месте всегда было очень много богатых челиков. Там они были очень модно одеты, у них была... Ну, такая, ну, такие вот, реально. Скинулись так, ну, нормально так. Я сейчас сделаю это видео, и скажите мне, пожалуйста, что это такое? Что? С какой целью? Что я делал? Я не понимаю. Все. Всем спасибо. Смотрим дальше. Мне просто стало смешно. В общем, здесь никого нету, пошлите на события, потому что на событиях всегда интересно. Пошлите, короче, в конкурс красоты. Тут даже есть детский дом, вы серьезно? Ну, не густо. Не густо. Ну... А, понимаю, да. Первый тур, зимняя прогулка. Ребят, нужно подобрать лук на зимнюю прогулку. Да у меня одежды ни хера нет, ребят. Зимняя прогулка. Ну, смотрите, ботинки норм, мне кажется, идеально. Нет. Нет, они самые приличные. Смотрите, ну, такой, конечно, очень... Ну, конечно... Ну, не то чтобы очень, конечно, модно получилось, но мне кажется, вполне себе. Все нормально. Пишем плюс. Сейчас будет результат, сейчас мы будем судить. Мне кажется, меня выгонят сразу, потому что вы видели, какая у меня одежда, ну, типа... Ну, не то чтобы блещет, ну, не называйте мое имя, ну, ребят. Я думала, мне говорят, пока, все, ребят, ужас, такое потрясение, вы зачем меня так пугаете, я Катюша, я не Катя, не надо мне такого. Второй тур, на пляж, ну, ребят, здесь все очень просто. В общем, давайте купим вот этот купальник, потому что он более-менее нормальный, чтобы не вылететь во втором туре, мне интересно, я хочу победить его в данном этом состязании. Слава богу, это не я, все нормально, меня не вызывают на стол. Я уже держусь два тура, понимаете? Гениально, я гениально. Вешалка.
А, третий тур вешалка. Интересный момент. Мне очень страшно, мне кажется, сейчас выглядит меня, потому что у меня самая обконченная одежда. Но объективно. У меня даже очков нет, понимаете? Меня сейчас точно выгонят. Лицемеры. Я ради вас купила купальник. Твари. Меня просто недооценили. В общем, я нашла еще один конкурс красоты. Теперь мы реально... Все, теперь им реально капец. В общем, я присоединилась к какому-то роковскому сообществу. Почему меня выгоняют? Что я делаю не так? Я не успела сделать. Да, у меня была не очень красивая одежда, но что вы от меня хотели? Я случайно пришла с конкурса красоты, я ничего не хотела. Да, это сложно, я должна это пройти через это и вытерпеть. Но я вас всех предупреждаю, что у меня 20-й уровень в одноклассниках. У меня связи в одноклассниках. У меня люди в одноклассниках. У меня модные шмотки в одноклассниках. И когда я восстановлю доступ к одноклассникам, молитесь, чтобы я не зашла на ваш сервер. Вот она, бедная жизнь людей, которые не задонатили аватарию. Ну да, вот она, настоящая жизнь, вот она. На этом, я думаю, все. Я, может быть, еще поиграю в аватарию как-нибудь, но сейчас... Сейчас я подавлена. Я просто морально подавлена, потому что меня нагло выгнали со всех вечеринок данного мероприятия, данной программы, данной игры. Но это издевательство. Поэтому всем спасибо большое за просмотр. Я надеюсь, вам понравилось данный видеоряд. Мне нет, потому что... Ну, вы сами знаете, меня унизили. Поэтому всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой инстаграм. Ну и на мой канал. Всем пока. Спасибо за 4К. Пока. Мяу.